В открытом диалоге о важном в администрации округа представили проект бюджета муниципалитета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Проект обсудили с жителями на публичных слушаниях. Впервые финансовый документ представляет бюджет всей территории муниципалитета в связи с преобразованием в городской округ Щелково и включает в себя все бывшие поселения. 99,7% бюджета планируют направить на программные расходы. Всего 19 программ. Основу бюджетного финансирования составляют затраты на социальную сферу 8 миллиардов рублей или 73,4% общего объема расходов бюджета. Финансовое обеспечение реального сектора экономики, это жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, составит 1,4 млрд рублей. Представители администрации отметили, что синхронизация муниципальных программ с государственными позволит получить субсидии из областного бюджета, а также что одно из приоритетных направлений – участие муниципалитета в 5 национальных проектах. Цифровая экономика, образование, экология, демография, а также жилье и городская среда. Ранее проект бюджета городского округа Щелково был размещен в спецвыпуске газеты «Время» и на сайте администрации муниципалитета. На публичных слушаниях щелковцы смогли задать свои вопросы относительно изложенного в документе, внести предложения и дополнения. Очень приятно, что много жителей приняли участие и заявили о своих пожеланиях, да, о своих проблемах, и очень хотят, чтобы их услышали, и это все нашло реализацию в проекте бюджета и уже в будущем принятии бюджета. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.